линейке беспроводных клавиатур RAPU есть как полноразмерные устройства для настольных ПК, так и миниатюрные портативные модели. Сегодня мы познакомимся с самой маленькой клавиатурой RAPU BT Ultra Slim Keyboard for iPad E6300. RAPU E6300 – ультратонкая Bluetooth-клавиатура для iPad. Впрочем, ее можно легко подключить и к iPhone, и к Android-планшету или смартфону, и к ноутбуку под управлением Windows или macOS. Правда, верхний ряд функциональных клавиш привязан к функциям iOS и вряд ли заработает под Windows. Хотя через модификатор FN всегда можно задействовать стандартные F1, F12. Благодаря использованию стального поддона основы, несмотря на небольшие размеры, клавиатура получилась впечатляюще жесткой и просто приятной на ощупь. Никаких рамок и пустого места вокруг клавиш нет, они расположены плотно друг к другу и занимают всю отведенную площадь основы. Вообще минимализм в дизайне и использование качественных материалов оставляет очень приятное впечатление. Естественно, имеется черная и белая версия, для черного и белого iPad соответственно. Белый вариант RAPU E6300 с голубыми функциональными клавишами показался нам более симпатичным, чем черный с оранжевыми. Но тут уже дело вкуса каждого. Размеры E6300 – 20 на 8 на 6 мм, при массе 150 грамм. Почти такие же, как у большой плитки шоколада. Так что она не обремит вас в пути и легко поместится даже в карман брюк. Правда, при таком небольшом весе, при работе клавиатура может скользить по столу. Стоит также учесть, что при использовании с iPad вам понадобится какая-то подставка для планшета, смарт-кейс или его альтернатива. Да и набирать текст на весу при малых размерах E6300 не очень удобно, нужен стол. Питается RAPU E6300 от встроенного литиевого аккумулятора, заряжаемого от microUSB. 2 часов зарядки хватает, по словам производителей, на месяц использования. Клавиатура работает по технологии Bluetooth 3.0 и держит коннект на расстоянии до 10 метров. Клавиши с ножничным механизмом, которых на миниатюрной E6300 ровно 80, имеют небольшой ход, но неожиданно приятное нажатие. Если вы принципиальный противник экранной клавиатуры, механика должна порадовать вас, правда, есть несколько но. Клавиши RAPU E6300 маленькие. На самом деле они точно такие же, как у ноутбуков, шириной 14-15 мм, но вот расстояние между клавишами меньше миллиметра вместо 2-3 у ноутбуков. Если для английских букв хватило полноразмерных клавиш, к которым можно после определенной тренировки привыкнуть, то кириллице повезло меньше. Кстати, помните о том, что раскладка здесь переключается точно так же, как macOS – Command плюс Space. X, твердый знак, E переехали в нижний ряд, справа от пробела на клавиши уменьшенной ширины – 10,5 мм. U оказалось справа, под Enter, впрочем, ей все равно мало кто пользуется. Уменьшенные клавиши достались всей правой части клавиатуры, плюс U, съехавшему на ряд ниже к Z, G, B, U – знаку вопроса, правому шифту, стрелкам управления курсором, вызываемым через FN, названным выше X, твердому знаку и E. Досталось и нижнему ряду. Маленькие клавиши у Command, вызова экранной клавиатуры, Option, Alt, FN и Control. И если к служебным клавишам можно в принципе привыкнуть, то печатать на кириллице неудобно. Не так из-за небольшого размера клавиш, как из-за изменившейся раскладки. Хотя переучиться и привыкнуть можно, только не ожидайте, что в итоге вы будете обгонять по скорости набора тех, кто пользуется экранной клавиатурой. Впрочем, RAPU E6300 настолько приятная маленькая штучка, что даже если вам не удастся показать с ее помощью чудеса скоростного набора, вряд ли она вас разочарует. Уж очень добротно сделана эта миниатюрная симпатичная клавиатура, похожая на плитку шоколада. Если говорить о цене E6300, то Bluetooth клавиатур за такую цену просто не существует. Ближайшие конкуренты стоят в 3-4 раза дороже. Так что, несмотря на ряд недостатков, RAPU BT Ultra Slim Keyboard for iPad E6300 – интересное предложение для владельцев iOS и Android устройств.